Меня зовут Катя, мне 11 лет, я занимаюсь рисованием, плаванием и дайвингом. Я изобразила Кенму Козуман в виде девочки. Я изобразила именно его, потому что у нас с ним похожий характер. Он занимается волейболом, а я хочу научиться играть в волейбол, как он. Я изобразила его именно в виде девочки, потому что наша тема — изобразить сказочного героя внутри меня. Поэтому я сделала его похожим на меня, но характер у него остался такой же. Я желаю получателю картины, чтобы он был счастлив и занимался тем, что ему нравится, как этот персонаж.